продолжаем наше путешествие по лесу после небольших дождей. Вот молодого грибочка не видно, очень молодого, но попадается. Сегодня 15 ноября, в лесу тепло и есть первый улов. Вот такой опеночек, вот такой красавчик. Осинка, много валежника. И здесь вот немножко получилось такие вот красавчики. Вот такой красотулька. Да, вылез он немножко раньше. Ну, как раз на жарку вариант. Вкусную жареную грибочку с картошкой. Вот такие. Сейчас поищем. Будем смотреть. Сейчас 10 часов почти утра. Так что продолжаем поиски. Желаю вам всем хорошего дня. Далеко не уходил. Продолжаю лазить по осине и грабу, смешанный лес. Ну, вот такое вот у меня уже ведерочко. Вот такие вот, вот они растут. Семей больших нету. Но вот такие классненькие грибули. Вот. Ножки классные, толстые, все чистенькие, красавцы. Ну вот так. Дожди недавно прошли. Видно, они поползли еще дня 4-5 назад. Ну вот в этом месте ведерочко. В принципе, я насобираю. Вот такая красота. Продолжаем наши поиски. В лесу народа много. Собирают, ищут. Молодого нету гриба. Уже в основном подросший. Вот примерно вот такого размерчика. И больше. Вот такая небольшая семеечка. Ну, там, где не увидели, осталось нам. А в ведре вот такие лопушки. Ну что, в жарку будет классно. Они ароматные, вкусные. Так что без грибов не остаемся пока. Продолжаем поиски. Уже прошли 5 километров, практически ничего не найдя. Ну вот первый успех. Вот такой красавица пеночек. Вот такой. Чистенький, жирненький. Так и просится на сковородку. Вот. Посмотрим, будем надеяться, что это не единичный экземпляр. Вон там еще какой-то грибок. Пойдем посмотрим. Вот. Тоже опенок. Обалденно большой. Вот такой вот дружочек. О, ну, немножко же, видите, старенький, но чистенький. Так что вот по сосничку, по осинничку полазим, поищем. Должен будет раз есть. Вперед! Вот такие дальше приключения. Лес не перестает удивлять. Вот такого вот красавица печеночника нашли. Вот. Вот. Сейчас мы его подрежем. В нашем состоянии. Опа. О. Хороший рыбочек. Вот такой вот он. Ну, рука. Вот гриб. Немножко так основание уже поддеревенело. Но основной состав очень даже неплохой. Отлично. Ну, такой
лесной подарок. Продолжаем. Вот такой вот покажу еще грибочек. Вот они. Вроде на шампиньончики похожи. Посмотрим. Нет, что-то тут другое. Но все равно каково разнообразие. Вот такой грибочек. Грибочка нет, это не знаю, черноватенькие какие-то пластиночки. Ну, пускай сидит дальше. И мы пойдем дальше. Красивый лес. Вышло солнышко из-за гор. Вот она, красавица. Будет сегодня хороший денечек, тепло. Ну, будем снимать, какие еще сюрпризы лес нам второй половины, второй декады ноября развлекает. Вот такой вот есть грибочек. Толстая ножка. Вот. Вот такой. Иду! Вот они молоденькие. Вот. Вот такой вот молоденький грибочек. Мы даже срывать не будем, потому что вот. И вон там вдалеке еще такой же. Рядочком растут. Так что будем показывать, что нам приготовил лес. Но мы ищем в основном опят молодых. Вперед. Поднялся хороший. Ну как не снять вот такого красавца. Вот такой подосиновичек выскочил. Вот он. Такой. Немножко уставший по краям. Видал, лаги не было. Он сидел тут очень долго. Вот такой вот красавец. Продолжаем поиски. Ну, более-менее нормально. Два ведерка разных. И маленькие, и большие. А вот подарочек лес преподнес. Вот таких два подосиновичка симпатичных. И это в середине ноября. Да. Ваши загадки природы не поймешь. Вот такой лесочек. Вот. И все практически по низам. Тут такая балка хорошая. Вниз. Но туда не пойду. Буду искать по грибнице. Как нашел, наступил на него. Два ведерочка собрал. Прекрасная погода. Свежий ветер. Дождя нет. Чудесно. Листвы уже очень мало. Ну, чуть заморозочек и вообще опадет. Вот такие листики. Ну, вот такой лес. Осинки. Интересный. Травка, муравка. Но заканчиваем мы сегодня свое приключение, потому что начинается дождик. Обещали в час-два начало дождя, но не хочется по дождю лазить. Ну, вот ознакомлю вас сегодня вот такой успех у нас. И опята, есть и зимние, есть, и вот видите, они даже потрескались, полопались. И вот тут пару ведерочек. Так что считаю, что удачный прошел день. Я еще по пути, еще километра 2,5 возвращаться к машине, поэтому может еще что-то высыпет. Где-то что-то подберем. Вот, всем хорошего дня, до свидания, до новых встреч.